Всем привет! Меня зовут Марина Панкова, и эту зиму мы решили провести в Сочи. Еду с мужем и собакой. Часть вещей отправили через ДЭК, а самое ценное повезем в машине. Отправляемся 6 января, едем с двумя остановками, так как нужно быть в Сочи к часу дня. Пожелайте нам удачи, а я вам желаю отличного дня и хорошего настроения. Не забудьте подписаться на мой канал, также меня можно найти в запрещенной сети. Там я показываю все в реальном времени.